В день освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в Полугах на митинг собрались десятки людей. Горожане устроили шествие к памятнику погибшим воинам, поблагодарили за подвиг ветеранов Второй мировой войны и почтили память не вернувшихся с фронта земляков. Участники Второй мировой поделились воспоминаниями о трудных военных годах, а молодежи еще раз напомнили о любви к родной стране. Беспредельная, беспредельная печаль. Я потерял брата, отца потерял на фронте. Я желаю, чтобы с уважением относились к защитникам. Всей молодежи я советую, только уважайте свою родину.